Армения сегодня является прокси-страной, которая управляется со стороны США. Многое решается для Армении именно на Украине. Посмотрим, какой будет Россия после поздней осени или как-то. Нас ожидает турецкое рабство, в лучшем случае. Если пойдет так, как задумали, так сказать, кураторы, как задумал глава ЦРУ, который приехал сюда, да. Можно любить, можно не любить русских, можно, так сказать, там плохо, нечего туда нам ходить, да. Но это единственное наше спасение.